Да вы уже это видео, блять! Ёпа, ну я так навигатор. Сейчас пока мы ездим туда-сюда за этими раритетами. Опа! Что? Я заснял это. Ай, как же я обожаю раллийные машины, которые больше 220 не едут. У меня 230 едет. Тойота все. Ауди. Чего? У меня вроде этот автомобиль уже есть. Так, сменить машину. Стоп. Дима, у меня походу этот автомобиль уже есть. Какой? Загата 60-го года. Астон Мартин. В смысле? Либо у меня чуть другая модель, потому что я уже находил такой же Загата, типа, так же. Ну, типа, я не знаю. DB4, GT Загата, 1960 год. Да, то же самое, Дим. Точно такой же. Классно. Нет, то же самое. И что мне с этим раритетом делать? Его продать можно? Так. Вот он. Угу. Я сейчас спросил, есть ли компания. Вот смотрите. Ой. Какие адские звуки ты сейчас издавал, Паш? Очень громко, да? Да. Не, ну, вернее, ощущалось как громко. О! Да у меня сейчас такая прогрузка была тут. Можно мне Volkswagen? Пизда!